పొగ త్రాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్. మీ చేతలు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో విజయానికి సాక్ష్యాలు. మీరు చూపిన బాటలు తెలుగు సినిమా భవిష్యత్తుకు పునాదులు. మిమ్మల్ని స్మరిస్తూ అనుసరిస్తూ ఈ చిత్రం మీకు అంకితం. От серии похищений. Во время просмотра телевизора был похищен 40-летний мужчина. Он был похищен вместе со своим стулом, на котором сидел. Его семья в печали. Полиция ведет расследование. Так, закрой дверь. Но скоро придут гости, сэр. А потом придут похитители. Моя семья потеряет меня, а ты свою зарплату. Смотрела передачу? Почему вы боитесь, что вас кто-то похитит, сэр? Если в Мумбаи взрыв, не пугайте людей. В Хайдарабаде. Вы что-то хотели? Нет, сэр. Один предприниматель захватил парк в нашей колонии. Мы хотим подать на него в суд. Если вы подпишете... Послушайте, мы стараемся избегать всевозможных проблем. Да, мы живем мирно, как на канале «Преданность». Нам не нужны приключения, как на ТНТ. Сэр, похищенный Сати Бабу был найден мертвым, с большим количеством ран. Мертвым? Да. Сэр, отец, что с ним? Это был ваш родственник? Мы его даже не знаем. Отойди, отойди, дорогая. Чандру, все хорошо? Сати Бабу похитил племянник ради забавы. У них небольшие финансовые проблемы. Племянник сказал, что если он не вернет деньги, тот его убьет. А он ответил: это мы еще посмотрим. И тогда он его пырнул ради забавы. И все. Тогда почему она так сказала? Она ненормальная. Идем, отец. Идем, сынок. Разве вы и горничная не сказали одно и то же? В чем разница? Даже в плохих новостях не должно быть печали. У него проблемы с сердцем. Врачи запретили его волновать. Это называется хладнокровным сообщением новостей. До свидания, мадам. Его сын должен быть дома. Он мог бы подписать бумаги. Если отец такой, то каким должен быть сын? Озвучено проектом Onis Films. В главной роли Нареш. Он украл мою сумку! Держите его! За нами кто-то бежит.
Это кто? Почему он нас преследует? Бежим! Не убегай, она не кусается! Стой! Не могу больше, брось ему сумку! Лови! Где она? Слава богу! Я спасен. Иначе бы пришлось сделать уколы в живот. Сэр, сэр, спасибо, что вернули мою сумку. Очень хорошо, вы молодец, сэр. Я? Я понравлюсь Нани? А почему нет? Ты симпатичная. Он сразу захочет жениться на тебе. Он будет бегать за тобой по пятам. А вот и он. Мы ждали тебя. Привет. Привет. Выйдем, мне нужно с тобой поговорить. Здесь говори. Лучше орать в микрофон, чем шептать в ухо. Где я тебе микрофон найду? Говори, что хотел. Вот что случилось. Люди хвалили меня, а воры пригрозили поймать. Они видели мои документы. Да как они могли их видеть? Они же в сумке. Не будь беспечным. Давай найдем их адрес. И напишем письмо с извинениями. Мне страшно. Присядь и расслабься. Она... Эй, почему ты уходишь? Прощай. Ты сказала, что Нани хороший парень. Так почему уходишь? Эй, он мне понравился, когда я заметила, что он застенчив с девушками. Но я не знала, что он такой трус. Он испугался собачки, которая ниже моего колена. Я хочу выйти замуж за храбреца. А он... король трусов. Ни одна девушка в мире не выйдет за него замуж. Ну и ладно. Уходи. Где-то в этом мире есть и для моего друга хорошая и красивая девушка. И скоро она войдет в его жизнь. Дубайская мафия уже много лет под моим контролем. Когда она стала доном, мы превратились в болванов. Глупых болванов. Если хочешь стать королем, то прежний король должен умереть. Поэтому я решил, что она сегодня умрет. Убейте их! Меня. Если ты боишься обычной пули, как решился убить меня? Прости, прости меня. Я не мать Тереза, чтобы прощать. Меня зовут Пуля.
புல்லட் இது குடு புலிகேதி துரு சிட்டிக்கலோ திகபடே புல்லட் சாபுரு புது பதா தலபடி விருதா நிலுவவு கதா ஏமைனா நீ பிரதி கடலிகா சதுவுனு கதா தெலிபிக மரி சமரானா புல்லட் 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 சிவமெத்தின சிங்கமே சூடரா சிவமெத்தின சிங்கமே சூடரா могу жить в постоянном страхе. Выбирай, либо я, либо мафия. Если я уйду из мафии, они убьют меня. Я уезжаю в Дубай вместе с нашей дочерью. Бада, я не прощу тебе обмана. Я сделаю из дочери пулю, чтобы прикончить тебя, Бада. Твоя мама жива. Я не говорил тебе, потому что боялся, что ты покинешь меня. Встреться с мамой. Я очень рада, что у тебя хорошая работа. Я буду часто к тебе приходить, мама. Я переведусь в этот город. Мадам, у вашей мамы рак. Простите, мадам, в ее случае все бесполезно. Не лекарства будут продлевать ей жизнь. А счастливые моменты, которыми вы ее окружите. Как ты, мама? Уже лучше. Хорошие новости. Я перевелась сюда. Теперь я буду рядом с тобой. Я так счастлива, дочка. Дядя, я буду заключать сделки, пока жива мама. Организуй все. Да, мадам. Ты должен был стать королем дубайской мафии, но погиб от руки девчонки. Успокойся, твои причитания не вернут погибшего сына. Эй, что с ним такое? Брат? Я здесь, он со стеной разговаривает. Ему сделали операцию на глаза. Услышав о несчастье, он сбежал из больницы. И еще полгода не сможет видеть. Вижу я или нет, но я всегда рядом, брат. Где бы она ни была, я найду ее, убью! И брошу ее тело к вашим ногам. Нет! Я не хочу ее убивать, она нужна мне живой. Я хочу замучить ее до смерти. Только тогда свершится моя месть. Здравствуйте. Нравится дом, мама? Очень. Это наши люди, мадам. Они здесь для вашей защиты. Она не догадается, они будут изображать слуг.
Некоторые на обои ставят изображение богов. Другие — фотографии Анушки или Шрути Хасан. А нам приходится ставить фотку этого идиота. Что это? Ваш кофе, сэр? Мне что, слезать его как собаке? Какой толк от твоего высшего образования? Если ты даже кофе не можешь подать. Началось. Учитесь у Олегхин из сериала «Бхарьямани». Как нужно работать? Чертов псих, делающий селфи с трупами. Идиот, которого собака укусила за пятую точку. Тупица, присылающая приглашение на медовый месяц. Вы вдохновляете нас, сэр. На это я тебя вдохновил? Видеть тебя не могу. Убирайся! Никто не знает, кто станет следующим козлом отпущения. Сэр, вас вызывает босс. Доброе утро, сэр. Вызывали? Не притворяйся невинным, как Муна из сериала «Магалирикулу». Садись. Ты закончил проект? Еще нет, сэр. Я знаю, ты его никогда не закончишь. Бросив работу, ты куришь в столовой и потруниваешь над другими сотрудниками. Какая уж тут работа? Я хотел сделать из манго яблоко, но ты съел все манго и оставил только кожуру. Я не пренебрегаю работой, сэр, но как за 10 дней сделать такой большой объем? Я прихожу рано утром, ухожу за полночь, я света белого не вижу. Тогда и о луне забудь. Ты меня понял? Сэр, видишь ты луну или солнце, им все равно. А я расстроюсь, если не закончишь работу. Вот, посмотрите, сэр, сколько я всего уже сделал. Уходи! Сядь! Встань! Ты сядь! А ты уходи! Да, сэр. Садись уже. Закончи проект до окончания очередного эпизода сериала «Шаравана Самиралу». Будь в курсе всего, что происходит на рынке. Как я могу все закончить к завтрашнему дню? Да еще и советы раздает. Как будто он все знает. Он не отличает WhatsApp и газировку Thumbs Up. К черту его. И его помешательство на сериалах. Я и мой партнер Майкл вложили в проект 500 крор. Потом он присоединился к другим и теперь угрожает убить, если я не отдам проект. Не волнуйтесь, я разберусь. Что это? Сэр. Ты что, ослепла? Чего смотришь? Повредила мою машину, еще и смотрит на меня. Эй, чего ты эйкаешь? Всего пара царапин, мы оплатим покраску. Мне придется ждать, пока ты ее покрасишь и уехать на рикше? Я же сказал, что мы покрасим, не шумите. Ты чего меня затыкаешь? Я не Сакет в сериале Абхишекам. Я как Ганеш в другом сериале. Я Мана Лингараджу, Мана Лингараджу! Не кричите, сэр. Мадам в машине. Я что, как герой сериала должен молчать, увидев старушку? Сэр, она больна. А мне какая разница? Пусть сидит дома! Зачем вы возите ее на машине? Мадам, держите себя в руках. Что он себе позволяет? Я позабочусь о нем. А вы садитесь в машину. Сэр, вы что это? Она говорит, а ты качаешь головой, как Баба Сигал. Она что, королева Елизавета? Прошу, сэр, поедемте с нами, мы починим вашу машину. И кармики чистым. А пока можете взять нашу. Если будете водить машину в солнечных очках, я свяжу вас и побью. Вы побили меня за то, что я спросил о своей машине? У меня есть покровители. Вам конец! Ты бьешь меня ремнем. А я из твоей кожи сделаю ремень. Ты похож на дождевого червя, а ведешь себя как кобра. Кто стоит за тобой? Мой покровитель Кака. Кака? Кака? Кака! Я подумал о тебе. И ты пришел. Развяжите его. Они заманили меня и избили, как бешеную собаку. Кака, этот ударил меня 10 раз, а он 7 раз. Этот 14, а он 15 раз. Кака, а она главарь банды. Не щади ее, Кака. Замолчи.
Знаешь, кто она? Мадам, простите меня. Я не знал, кто вы, и поэтому себя так вел. Я оскорбил вас из-за пары царапин на машине. Пожалуйста, отпустите меня. Кака, отпусти его. Хорошо, мадам. Лингам, я знаю тебя, поэтому ты остался жив. Если кому-нибудь расскажешь об этом... У нас есть палец, но мы не должны его показывать. У нас есть рот, но мы не должны говорить все подряд. До свидания. Зачем этот мейкап? Это наша традиция. Сколько раз тебе повторять? Полей эти растения. Да, мадам. Мадам? До свидания, мадам. Они все уладили? Да, мадам. У вас дочь как Андал из сериала «От Орентики до Реди». У меня никогда в жизни такого не было. Даже грим мне наложили. Я вижу, как вы счастливы. До свидания. Счастлив? Это магия макияжа. Я подготовил для вас лучшие варианты. Они все богаты. Забудь о богатстве девушки. Расскажи мне об их семье. Если вас волнует семья девушки, значит, с этим связана какая-то история. Да, Мэкона Сима, а не Роял Сима. Оба рифмуются с Сима, поэтому мы договорились о помолвке. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, проходите. Все должно быть идеально, ясно? Да. Опять в белом? Мы фракционеры. Разве фракционеры должны носить только белые одежды? Даже в фильме «Самарасим Хареди» они носили только белое. Мы изменились, как Прабхас в фильме «Мирчи», а ты не меняешься. Изменись и стань модным. Мода нам не указ, эта одежда идеальна. Слушай, я получил высшее образование. Чтобы изменить фракционеров и свой стиль. Но, брат, просто послушай меня. Согласно гороскопу, моя дочь должна выйти замуж через полгода после помолвки. Давайте назначим благоприятную дату. Хорошо. Обменяйтесь подарками. Вот, возьмите. Вы тоже. Эй, остановитесь! Ты обещал выдать свою дочь замуж за моего сына, а обручил ее с другим? Это мои подарки! Это не бюллетень, который можно отдать кому угодно. Это свадебные подарки. Ты прав, я обещал тебе. Но твой сын бандит, моя дочь ненавидит его. Вот почему я устроил ее брак с Нани. Я убью Нани. И сделаю твою дочь своей невесткой. Парни, хватайте ее. Я не щеночек, которого можно забрать. Я львица Симы. А ну, подходи! Чего вы ждете? Убейте их! Стойте, не деритесь! Джагуламба, успокойся! Чего ты злишься? Я же рядом, иди в дом! Выбросьте их! Я думал, она Сита, а оказалась Сарпанака. Что это за драки на ножах? Не волнуйтесь! Убьем парочку, и они отступят. Хорошо сказано, дорогая. Вот увидите, мы их разделаем, как бог черепаху. А потом омоем ваши ноги их кровью. У них что, воды нет? Почему они хотят омыть наши ноги кровью? Священник, продолжай. Обменяйтесь кольцами. Ну же. Нани надел ей кольцо. И именно после того случая на помолвке врачи запретили Чандраму волноваться. Одни угрожают убить Нани, если он не женится на ней. Другие, если женится. Не в силах это вынести. Мы переехали сюда. Мадам, я вас понимаю. Вы хотите невестку, которая не принесет неприятностей, верно? Я найду для вас такую девушку. Пуджа, я давно хотела тебя кое о чем спросить. О чем? Когда ты выйдешь замуж? Замуж? Обязанность родителей — устроить брак для детей. Замужество даст тебе то, что ты нигде больше не получишь. Но мама... Пуджа. Найди нового работника.
Понял, брат. Ты меня звал, брат? Зачем это? Сними очки. Как тебя зовут? Сенкинг Сан энд Мунфазар. Чего? Не понял? Я Сурараджу Саван Чандаяр. Да, а твое имя? Сухачалам. Странное имя. Крутая. Кто она? Ты на нее работаешь. Это мадам Пуля. Осторожней. Пуля? Выглядит на миллион баксов. Что? Вы выходите замуж? Но все это ради мамы. Мадам, но брак... Это будет фиктивный брак. Парень будет только изображать мужа. Между ним и мной не будет никаких отношений или чувств. Понятно. Он будет рядом, пока мама жива. Понял, мадам. Это брак по расчету для мамы. Эффективный брак для нас. Будет проще, если вы подберете кандидата кого-то из наших. Кого? Да! Не останавливай меня! Я женюсь на вас, мадам! Мне не нужно приданное. Мне плевать на касту. И неважно, образована невеста или нет. У меня одно желание — жениться на такой красавице, как вы. Заплатите мне 5000 рупий, и я буду готовить вам бирьяни 4 раза в месяц. За 30 рупий 3 раза сходим в кино и 2 раза в салон красоты. Будем каждый месяц ездить за покупками. Если согласны, назначим дату свадьбы. Что скажешь, Кака? Эй, замолчи. Не принимайте его слова всерьез. Тот, кто вас знает, не согласится на эти условия. Хорошо. Найди кого-нибудь. Он слишком изобретателен. Наложи на него грим. Да, мадам. Грим? Значит, меня ждет неожиданная удача. Я же новичок, а они меня так безжалостно избили. Отец! Что? Она на мне живого места не оставила. Мы можем убивать людей, а не устраивать браки, Кака. Нужен специалист. Вам повезло. Спасибо, сэр. Вы нашли подходящую девушку. Вот ваш чек. Только 10 тысяч? Мы договаривались на эту сумму. Вы уже старик, а я сказал, что вы молоды и сильны. И сосватал к молоденькой. Я утаил от них ваши недуги. Я все понял. Вот возьмите еще чек. Минутку. Он совершает грехи, а потом их замаливает. Славься, Господь Аяпа. Вот, прочтите и подпишите. Я пришел отдать вам чек, но вы дали мне книгу. Чтобы взять кредит, нужно подписать кучу бумажек. А мы заключаем браки. У нас тоже есть правила. Правила и инструкции. Проваля и инфекции. Нет, сэр, правила и инструкции. Вы хорошо читаете, станьте телеведущим. А теперь подпишите. До свидания. У меня вопрос, сэр. Как они поверили такой лжи обо мне, сэр? А вы поверите, если я скажу, что Санни Леоне скромная девушка? До свидания. Уходите. Добро пожаловать. Прошу, присаживайтесь. Слушаю вас. Нам нужен жених. Программист, ученый, доктор, актер. Выслушайте условия. Таковы наши условия. Я могу даже луну с неба достать. Построить столицу без гроша в кармане. Но не смогу найти подходящего вам жениха. У нас тоже есть этика. Вы должны кого-нибудь найти. Вы меня не подкупите. Моя душа не примет этого. Теперь уходите. Лучше заставьте свою душу согласиться, сэр. Моя душа согласна. Я понял, какой жених вам нужен. Оставьте деньги и уберите оружие в карман. Расскажи мне все подробности. Господи, я давно прошу тебя о браке. Но пока безрезультатно. Ты все можешь, Господи. Прошу, найди для меня скромную и традиционную девушку.
Ты должен просить Бога, а не давить на него. А можно мы надавим на служителя храма? Вот умник. Какую девушку ты хочешь? С невинной внешностью. В традиционной одежде. У нее должна быть естественная красота. Одним словом, она должна быть подобна ангелу. Что-то еще? Вся ее семья должна выглядеть, как в рекламе Ладана Амбика Дурбар. Повяжи колокольчик, и желание сбудется. Хорошо. А ты останься, я дам тебе просад. Я нашел такую девушку, какую даже Google не смог найти. All around love at first sight, anandala anubhava me. Kuch 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 ho gaya dil me, kichi 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 ho gaya pal me. All around love at first sight, anandala anubhava me. Oh, jaane jaana ka dil hai statue nahi poya. Ni andam chustu iPhone camera nahi poya. Kuch 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 ho gaya dil mein, kichi 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 ho gaya pal mein. All around love at first sight, anandala anubhav mein. నిమిషమే చాలే నా వైఫల్యే నువ్వు ఉంటే లైఫే ఫెస్టివల్ కుచు 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 హో గయా దిల్ మే కిచి 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 హో గయా పల్ మే ఆల్ అరౌండ్ లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ ఆనందాల అనుభవ మే కుచు 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 హో గయా దిల్ మే కిచి 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 హో గయా పల్ మే ఆల్ అరౌండ్ లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ ఆనందాల అనుభవ మే. Мы уже здесь давно. А где же невеста? Как где? Вон сидит. Не беспокойтесь. А почему на ней брюки? Будет странно, если она их не оденет. Отец, я ожидал увидеть красавицу в сари. Тебе важнее деньги или сари? Деньги. Не вам, а вашему сыну. И ему тоже. Ладно. Хорошо. Ты женишься не на девушке, а на мешке с деньгами. Слышал? Вы ему не рассказали? Только половину. Я ему сказал половину, и он сыну половину. Мадам, это жених. Какака. Мадам. Познакомь его с мамой. Отец, это другое дело. Не волнуйся, у нас есть адвокат. Так, в чем проблема? Сэр, у нее пистолет. И зачем она держит его на виду? Послушай, тебе важнее оружие или деньги? Жизнь! Сбежали. Мне что, самому на ней жениться?
После встречи с той девушкой я потерял покой. Я ищу ее повсюду. Она даже по ночам мне снится. Эй, послушай, это обычное дело. Не волнуйся, я уверен, ты найдешь ее. Мадам, если кто-то вам понравится, он его приведет. Да, мадам. Пуджа? И что, мама? Помнишь мою подругу, Лакшми? Ее родственники пришли на твои смотрины. Переоденься и спускайся. Смотрины? Вы его родили или купили? Почему вы сомневаетесь? У него другой цвет кожи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нагабала. Мой сын — Нагашакхар. Мой муж — Нагараджу. Все семейство змей-нагов сюда приползло. Мой сын говорит, что девушка очень яркая, и она ему нравится. Чем она занимается? Она училась и работала в Дубае. Мой сын Шекхар хочет знать, за что ее выгнали из Дубая. Ее никто не выгонял. Да? Она хочет поселиться здесь. Какой же у вас все-таки скромный сын? Чем занимается ваш сын? Зачем ему работать? У него есть акр земли между Виджаявадой и Гунтура. С его-то интеллектом ему нужно больше земли. А совсем забыла. Мой сын хочет, чтобы девушка станцевала танец змеи. Что? Танец змеи. Наш семейный танец. Как лунги танец. И чего он все время шепчет? Если ты стесняешься танцевать здесь, можешь танцевать в соседней комнате. Пройдемте. Мне это не нравится, Хема. Она пошла туда, не думая, что они могут смутить ее. Нам сообщили, что пуля не в Дубае, а в Хайдарабаде. Хайдарабад. Она в Хайдарабаде? Теперь мы ее поймаем. И прикончим. Я здесь. А, вы здесь? У меня есть друг в Хайдарабаде. Заплатим ему, и он ее найдет до того, как мы приедем. А, здесь? Это слишком опасно. Он сможет с ней справиться? Да в два счета. У него 30-летний опыт. Я увидел ее в Шалапуре, когда возвращался из Ширди. Она всегда была со мной. Большую часть времени. Я брал ее с собой, куда бы ни шел. Мне было больно, когда в нее врезался шип. Сегодня утром я пошел в храм. Я оставил ее снаружи, и пока я совершал молитвы... Кто-то забрал ее. Кого? Мою обувь. Я бы не стал ее искать, если бы она не была фирмы Puma. Поэтому я пришел к вам. Сатья. Найди вора. Я знаю, где он. Отправить в отеле? Нет. Я сам пойду. Вам нужна ваша обувь или вор? Деньги. Это ты, брат? Эй, принеси стул. Мне нужен не стул, а чек. Разве я не заплатил бы, если бы было бы чем? Посмотри на них. У них вся одежда в дырках. У меня есть оружие, но нет денег на патроны. Я заплачу тебе, когда получу деньги. Если у тебя нет денег, то зачем этот костюм и банда? Ну знаешь, трудно быть доном. Без банды и авторитета. А моя обувь? Ни моих денег, ни вашей обуви. Если останемся здесь, его неудача перейдет к нам. Уходим. Да, чертов неудачник. Сэр, Бику на связи. Вы не так держите телефон, сэр. Знаю, пошел вон. Эй, Бику. Говори, брат. Я пришлю деньги и детали. Работу нужно сделать быстро. Договорились. Так, босс, наши темные времена закончились. Это нельзя так оставлять.
Дай мне эти бумаги. Я что-нибудь придумаю. Алло? Алло, Нани? Я нашел адрес той девушки. Где она? Я пришел в брачное агентство, чтобы устроить брак сестры, и увидел ее фото. Она работала в Барклайс. Я все о ней узнал. У тебя хорошие данные. Мы подберем тебя. Ученого, актрису, доктора. Сэр. Мне нужна она. Что? Она? Да, сэр. Она мне очень нравится. Заплачу, сколько скажете. Я жизнь за нее отдам. Да, она тоже убийца. А, что? А, зачем говорить о смерти, обсуждая брак? Договоритесь обо всем, сэр. Но есть пара условий. Если все расскажем, он сбежит. И что делать? Договоримся о свадьбе. А потом? Поженим их. Сэр, не устраивайте ее брак с другим, ссылаясь на условия. И мне не нужны ни Шрути, Хасан, ни Крити. Я заплачу любые комиссионные, но мне нужна эта девушка. Он слишком нетерпелив. И согласится. На любые условия. Да, сэр. Что тебе понравилось в этой девушке? Она такая традиционная. Что же в ее образе традиционного? Глаза словно пистолеты. Но оружие у нее точно есть. Она украла мою жизнь. Ну так, она же Дон. Да, сэр. Ему в ней все нравится. Он согласен. Вы согласны. Устраивайте брак. Минутку. Боже. Я толкаю бедного оленя в логово голодного тигра. Я вынужден. Это не мой грех. Славься, Господь Аяпа. Прочти и подпиши. Я не стану читать. Где мне подписать? Он так нетерпелив. Нужно всегда хватать удачу за хвост. Верно. С таким другом, как ты, можно и жизнь поменять. Готовьтесь к свадьбе, я позвоню. Хорошо, сэр. До свидания. До свидания. Этот рингтон лучше подойдет для твоего друга. Наконец-то твоя мечта жениться на этой девушке исполнится. Этой свадьбе не бывать. О чем ты говоришь? Прошел только месяц из тех шести, что дал нам священник. А ты и палец о палец не ударил. Не сердись. Они стараются изо всех сил. Ты в этом саре со дня помолвки. Переоденься, дорогая. Нет, я переоденусь только, когда найду его. Слушай, она просит тебя сменить сари, а не твое сердце. Такие речи хороши для фильмов, но в реальной жизни все иначе. Грязная одежда вредна для здоровья. Эй, хватит заговаривать ей зубы. Как ее брат, ты должен найти Нани. Это твоя вина. Ты говорил о смене тренда и привел того программиста. И что теперь? Свадьбу отменили. Отойди. Я доверял им, но потом понял, что они бесполезны. Я за месяц сам найду этого Нани. И устрою твой брак с ним. Я не возражаю против вашего брака. Но мне не нравится, что после свадьбы ты будешь жить у них. Мы не всегда получаем то, что хотим, отец. Нам приходится приспосабливаться. Жить у родственников жены лучше, чем снимать дом, верно? Нет, сынок. Они будут относиться к тебе как к нахлебнику. Зять тоже с нами живет. Разве вы плохо к нему относитесь? Хорошо. Если ты согласен, мы не станем возражать. Давай начнем приготовление к свадьбе. Я люблю тебя. Посмотри на звезду, Арундхати. Священник, я ничего не вижу. Женившись на ней, ты увидишь не только Арунхати, но и Бамали, Чандрамукхи и Чандракалу. Днем и ночью. Зачем это? Первой брачной ночи не будет.
Пусть так, но принарядиться все равно надо. Советы для первой брачной ночи от Хима Боура. Спонсор – мужское нижнее белье. Первая ночь. Ночь мечты. Первый облом. Конец любви. Многие бросаются в бой, не подготовившись как следует. И удовольствие не получишь, и пострадать можешь. Верно. Мадам, вы назвали? Кака, почему он себя вел так на свадьбе? Пусть себя контролирует. А он забыл о наших условиях? Чего молчите? Простите, мадам, мы не сказали Нане об условиях. Не сказали? И устроили мой брак? Никто не соглашался на наши условия. Брачному агенту пришлось хитрить. Когда мы узнали об этом, он уже сбежал из города. Так скажите ему сейчас! Нет, мадам. Нане трус. Если он сбежит, ваша мама узнает правду. И что? Научитесь им управлять, мадам. Научиться? Я уже притворяюсь перед мамой. Мне теперь и перед ним тихоню изображать? Избежать невозможно. У нас нет выбора. Вы должны вести себя так ради мамы. Нет! Это невозможно! Почему ты так долго, дорогая? Иду, мама. Хорошо, поторопись. Первый совет. Килограмм пасты для чистки зубов, ополаскиватель для полости рта и горла, спрей Акс, афродизиаки. Все это вам не нужно. Это нужно говорить вначале. Комбинация всех запахов может вызвать тошноту у невесты. Она начнет вас сторониться. Вы неправильно выполняете работу. Если он поведет себя со мной плохо, я его пристрелю. Совет номер два. Гвоздика, кешью, миндаль, инжир, фисташки. Выбросить не есть. Все съесть. Есть масса книг для улучшения выносливости. Предлагаю различные упражнения. Бабушка говорила, что я львенок. Я ей не верил. Не делайте упражнения. Люди слишком напрягаются перед экзаменом и падают еще в коридоре. А он прав. Они заваливают экзамен. Нани, будь готов. Мадам такая серьезная. Боюсь представить, что будет. Уже уснула? Наверное, стесняется. Я сделаю первый шаг. Аккуратно, как змея. Белая сари сводит меня с ума. Жасмин опьяняет. Зачем нужен свет? Она очень стесняется. Я выключу. Я выключил свет, правильно? Чего ты так стесняешься? Некоторые девушки фригидны в первую ночь из-за страха неизвестности. Если попробовать стать ближе или обнять, она может оттолкнуть. Не удивляйтесь, если вас пнут. Она меня пнула. Отнеситесь к этому с позитивом. Так и сделал. И только тогда ваша любовная жизнь наладится. Этого не избежать. Ты должна играть ради матери. А она сильно пнула. Испугалась. Не стоит. Не волнуйся, я все понимаю.
Сатьябхама ударила в голову, а ты в самое сердце. Разные ситуации, но одинаковые эмоции. Не беспокойся, проведем первую ночь, когда тебе будет удобно. Окей? Пойдем? Наконец ты женился, как герой сериала «Мадхубала после битвы». Thank you, sir. На работе не отмечали, так как вас не было в городе. Планирую небольшую вечеринку с вами. Я приду, но ты знаешь мое время и условия, да? Я приду после серии «Манасу Мамата». А уйду перед началом серии с Сиека Паринаем. Хорошо, сэр, я вас не задержу. Для меня это унизительно. Я велела найти мужчину, который будет изображать мужа. А с этим я должна изображать из себя жену. Я не могу ходить на вечеринки и притворяться женой. Скажи, что я не пойду. Мадам, идет ваша мама. Все готово для вечеринки. Я как раз это обсуждала, мама. Зять счастлив получить в жены девушку своей мечты. Он устраивает вечеринку, чтобы показать тебя друзьям. О, да, он так и сказал, мама. Это что? Я думал, вечеринка Нани будет на 4 столика и стульчика в шалаше. Как так вышло, что здесь роскошно, как у Павана Кальяна? Его жена очень богатая, сэр. Богаче моей? Если ваша жена Бата, то его жена Тата, сэр. Добро пожаловать, сэр. Что с вами, сэр? А что не так? Я думал, меня поприветствуют муж и жена. Но ко мне никто не спешит. Моя оплошность, сэр. Проходите. Проходите. Садитесь, сэр. Я что, занимаю столько места? Сэр пришел, начинаем вечеринку. Чего мы ждем? Сэр уже пришел. Мы ждем его жену, она готовится. Еще не готова? Ты же знаешь, что я уйду перед началом Сосиэка Паринаям. Если праздник затянется, организуешь мне телевизор. Ты что, не уважаешь босса? Уважаю, сэр. Если на вечеринке будет слишком громко, то получится бипи, а не бипашу басу. Я принесу скотч, вы расслабитесь, сэр. Эй, сэр пришел. Сори, сэр. Это заграничный скотч только для вип-персон. Нани? Сэр, ты сказал, что я основной гость праздника. Он посмотрел на меня и сказал, что я не вип. Как думаешь, кто он? Кто, сэр? Это главный гость. Он на него не похож, сэр. Я что, похож на попрошайку? Нет, сэр. Ты приглашаешь меня на вечеринку? И унижаешь при всех? Даже слугу в сериале Падмовыхам так не унижали. Эй, да, сэр. Подгоняй автомобиль. Пожалуйста, сэр, послушайте, останьтесь ради меня. Кому нужны твои извинения? Твоя жена хорошо воспитана? Если да, то почему она опаздывает? Она твоя миссис или мисс Индия? Должен прийти кто-то еще? Я ненавижу ждать. Извините, сэр. Извините, сэр. Мне не нужны твои извинения. Пусть извинится твоя жена. Я тебя не прощу. Сэр, идет моя жена, минутку. Пуджа, это мой босс. Ты заставила его ждать, извинись перед ним. Извините, нет, не вы. А ты скажи, что извиняешься. Простите, мадам. Но вы хотели, чтобы она извинилась. Почему вы извиняетесь? Заткнись. Неважно, кто попросил прощения, да? Нетрудно ведь извиниться перед женщиной. Это мы должны извиниться, что так обошлись с вами. Идемте, сэр. Мы вас угостим. В этом нет необходимости. Идемте, сэр. Вы так нерешительны. Нани? Мне и здесь хорошо. Нани, на минутку. Вернусь через минутку. Мадам, я немного перегнул палку. Не знал, что это ваша вечеринка. Не убивайте, мадам. Ладно. Я тебя помилую, но ты удивишь того, кого обидел. Удивлю? Как мне это сделать, мадам? Ты узнаешь, когда мы наложим на тебя грим. Не нужно накладывать грим, мадам. Я согласен. Сэр, вы меня вызывали? Хотел сказать отличную новость. Отличную новость? Какую же, сэр? Конграц.
Я тебя повышаю, Нани. Сэр, это шокирующая новость, я просто в шоке. Я тоже был шокирован твоей выходкой. Ты столько сделал, а все еще простой, как герой из сериала «Джебилама». Ты необычный мужчина. О чем вы, сэр? Я вчера посетил твою вечеринку, да? Да, вы были. Когда я был на вечеринке, мне позвонили. Нам дали L&T-проект. Ты был ответственным за тот проект, Нани. С сегодняшнего дня этот офис твой. Работай, как считаешь нужным. Ты уже и так много сделал. Сэр, мы не получили проект. Почему Нани повысили? Если я скажу правду, ты посоветуешь переписать на него офис. Простите, мадам Дон, он не сказал, что он ваш муж. Нани же не сказал мне, что вы его жена. Он не хочет, чтобы знали, что он муж Дон. Если его спросят, ему будет неудобно. Если будет неудобно ему, то и мне тоже. Если будет неудобно вам, то и нам тоже. Мы ничего не будем спрашивать у Нани. Так как Нани муж Дон, есть опасения, что он расскажет жене. Как вы издевались над ним, предлагая повышение, да? Какой у вас план? Если о плане узнают, то нас убьют. Вот этой самой мышкой. Будь осторожен. Окей, сэр. Алло. Где ты, Пуджа? У себя в офисе. Я хочу сказать тебе что-то важное. Можешь выйти? А где ты сейчас? Жду тебя в офисе в лобби. В офисе? В офисе Беркли. Окей. Жди там, я еду. Сэр, хорошо. Через сколько минут мы будем в Беркли? Через полчаса. Сколько еще? Можете соединить меня с Пуджей? Фамилия? Фамилия? Пуджа... Пуджа Панаганти. Такой нет, сэр. Нет? Она здесь работает. Посмотрите еще раз. Извините, сэр, нет. Нани! Я здесь! Ты пришла. Я тебя искала. Искала? Сказали, что с такой фамилией никого нет. А какую фамилию вы называли? Пуджа Панаганти? Пуджа Панаганти? Надо было спрашивать Пуджа Эдару. Мадам, вы же сменили фамилию после свадьбы. Да. Ты сменила фамилию на мою? Давай, выйдем. Куда? Садись в машину, я тебе скажу. Меня повысили. Поздравляю. Спасибо. Я звонил, чтобы поделиться с тобой этой новостью. Я хочу это отпраздновать. Земля принадлежит Шанкару Гоуд. Раньше это была наша земля. Вы ее продали? Они ее захватили. Вы подавали жалобу? Он опасный человек. Если пожалуемся, пощады не будет. Пуджа, в жизни у меня было две мечты. Первая — жениться на такой девушке, как ты. А вторая — построить здесь дом. Одна мечта исполнилась. Не знаю, когда исполнится вторая. Но мы не об этом. Нужно отпраздновать. Поехали. Это праздничный стол с бирьяни, босс. После совершения сделки в Дубае у нас праздник каждый день. Поймать Дона несложно, а практически невозможно. Как ты, приятель? Что говорит Бада? Бада здесь. Как вы, босс? Оставим формальности и поговорим о работе. Конечно. Минутку, босс. Так, передай мне яйцо. Дай мне курицу. Дай АК-65. Что? АК-65? Есть только АК-47. АК-47 устаревшая версия. АК-65 новая версия. Вы отстали от жизни, босс. Мы ищем, как бешеные псы, босс. Мне кажется, вы там едите, а не ищете. Мы проголодались, кушаем бирьяни, босс. Бирьяни. Как можно кушать одно и то же каждый день? Как мы можем кушать бирьяни каждый день, босс? Позавчера был бирьяни Улавахару. Вчера раху с бирьяни. Сегодня бирьяни Хидерабад. Что на завтра? Нужно пнуть Парадеси! За то, что отдал дело такому дураку, как ты!
Уверен, ты не поймаешь пулю. Я пришлю своих парней. Достань адрес пули. Этого хватит. Они обо всем позаботятся. Бас! Бас! Эй! Бада говорит это, не зная всей истории. Я сам этим займусь. Подай куриную ножку. У тебя один шанс! Вот так, разрежь его! Он рубит кокос или головы? Чего ты кричишь? Нож должен быть острым, а надзиратель громким! Но нож острый, почему ты кричишь? Делай дело без крика. Учись, друг. Хорошо, брат. Они никогда не изменятся. Привет. Я узнал, что Нани в Хайдарабаде. Серьезно? Иди найди его. Уже в пути. И? Ты не любишь цветы? Я получил повышение на работе. Я думал, что и дома получу повышение. Я думал, ты держишься от меня подальше, потому что боишься и стесняешься. Теперь я понимаю, что причина не в этом. Скажи, может, я сделал что-то не так? Я исправлю. Отвечай, почему ты молчишь? Хорошо. Мэдам, кофе. Мадам, Нани выглядит расстроенным. Если ваша мать об этом узнает, будут проблемы. Я знаю, как его осчастливить. Нагадельса. В этом все дело. Я умираю с голода, а передо мной тарелка еды. Я не знаю, что делать. Она не современная девушка, а из традиционной семьи. Ей нужно время. Доброе утро, сэр. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Видел его? Как сын в сериале «Кадуку» Дитхина Капурам. Муж – опасный Дон. Как вежливо он здоровается по утрам. Hello? Нани, приходи сегодня пораньше. У меня для тебя сюрприз. Твоя мечта осуществится. Хорошо. В чем дело? Моя жена дала допуск. Она хочет, чтобы я пришел раньше.
Дайте мне 4 ветки жасмина. Хорошо, сэр? Возьмите. Симха Чалам был в оранжевой одежде. Почему он в обычной одежде? Поеду за ним. Проверю, где Пуджа. Позвоню ей. Выключен. Брат! Ты где? Я здесь. Брат, я нашел адрес Пули. К ней уже поехали. Мы почти ее взяли. Он не сможет поймать ее один. Скажи, чтобы наши к нему присоединились. Хорошо, брат, я скажу ему. У меня есть информация о передвижениях Бады в Дубае. Когда кричишь ты, это шум. Когда кричу я, это война. Я думал, пуля — это бомба. А ты похожа на малышку. Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь? Ты умрешь. Умру ли я? Я вам поведаю одну историю. Однажды в лесу мужчина нечаянно наткнулся на логово льва. Увидев льва, он побежал. Лев за ним погнался и поймал мужчину. Лев его съел. Рассказать эту же историю по-другому. Однажды в деревню зашел лев. Мужчина, увидев его, побежал. Лев погнался за ним. Поймал и съел. Знаешь, кто лев в этой истории? Я! Тот лев! Неважно, на своей территории или на чужой, я убью любого. Я приду, нанесу удар, и все подумают, кто такой Бику Матре? Будешь сопротивляться, я заставлю. Будешь упираться, я тебя потащу. Ясно одно. Я тебя заберу. Бику Матре начинает отсчет. 1 2 3. Зачем он сюда приехал? Кто там внутри? Эта девушка. Она? Пуджа Панаганти. Такой нет, сэр. Она дон мафии в Дубае.
Зачем она вышла за меня замуж? Я спрошу и все узнаю. Почему ты так поздно? Я поздно все понял, совсем поздно. Что случилось? Не переигрывай. Я знаю, что ты Дон. Руки, которые должны были готовить еду, держали пистолет. Увидев тебя в Сари, я подумал, что ты соблюдаешь традиции. А ты само воплощение мафиози. Зачем? Зачем ты вышла за меня замуж? Пожалуйста, успокойся. Нет. Я всем расскажу, кто ты на самом деле. Послушай меня. Я тебя уничтожу. Эй, почему? Ты себя так ведешь? Ты словно пустая бутылка из-под воды. Я тебя пристрелю. Да, я тебя обманула. И обману еще. Мне пришлось выйти за тебя замуж. Ты останешься здесь. Если проговоришься, я убью тебя и твою семью. Нет, я никому не скажу. Не делай мне больно. Не убивай меня. Пожалуйста, не надо! Сэр, почему вы сигналите? Ничего. Я имею в виду. Заходите, сэр. Мадам вас ждет. Почему ты так поздно? Где ты был? Сколько мне тебя ждать? Ты так вспотел. Прими душ. Странная ситуация. Как немой может запеть? Как можно радоваться? Ты еще долго? Выхожу! Что с ней? Она смотрит на меня, как на нечто невиданное. Возьми. Что? Свой подарок. Подарок? Бумаги на землю. Этот сюрприз ты мне обещала? А ты чего ожидал? Ничего. Кто тебе это дал? Я съездила к Шанкару с депутатом, другом дяди. Он все устроил. Простите, мадам, я не знал, что это ваша земля. Документы должны быть здесь через час. Хорошо, мадам. О чем ты думаешь? Твоя мечта сбылась, да? Стольких убила. А спит, как младенец. О, боже! Я должен сбежать отсюда. Мы должны прийти? Ты напуган? Знаешь, кто мой брат? Он Дон из Поднего. Вешай трубку. Не из Поднего, а преисподней. У него не получилось. Возвращаемся в Индию. Подготовься. Хорошо, брат. Благословение, сэр. Благословляешь меня, испортив мне жизнь? О чем думаете, сэр? Примите. Внутри он Анамай, а снаружи Верапон. Какая игра? Ты женился на леди Дон? Как тебя разыграли? Зачем она за тебя вышла? Вот и я не понимаю. Может, ей пришлось выйти за тебя? А потом... Она тебя убьет. Она может. Мужчины в браке получают жену, а тебе достался Джеймс Бонд. Что теперь делать? Я не могу вернуться домой. Если папа узнает, его удар хватит. Они будут искать в доме друга. Спрячься в другом месте. Где ты от нее спрячешься? Мне не до шуток. Говорят, брак — плодородная почва, а мой оказался пустыней. Что случилось? Колесо спустило. Подбросьте! Подбросьте! А, проваливай. Я думал, у меня счастливый брак, а оказалась катастрофа. Сэр, у нас колесо спустило. Простите, я не знаю, как его накачать. Это не нужно, подвезите нас. Хорошо. Иди сюда. В
чем твоя проблема? Я же сказал, что колесо спустило. Я не об этом. А о чем? О помолвке с моей сестрой. Брат, ты спрашиваешь очень мягко! Я его убью! Порву как тузик грелку! Он умрет, если его разрубить. Или пырнуть ножом. Люди не умирают, когда на них орут. Запомни. Куда ты пропал после помолвки? Я испугался, увидев драку. Да чего ты с ним нянчишься? Врежь ему! Скажите ему, чтобы он не орал. А что? Когда кричит, он плюется. Эй! Отойди. Ты сказал, что испугался и убежал. Да, сэр. Женись на моей сестре. Эй, сказать им, что ты женат? Если ты ему скажешь, меня сотрут с лица земли. О чем думаешь? Хорошо. Я женюсь на твоей сестре. Хорошо. Брат! Я звонил боссу! Он придет и прикончит его! Говори потише. Звонил боссу, он придет. Так лучше. А то давление повысится. У тебя же нет страховки. Выйдите оба. Мой отец слишком эмоционален. Сначала стреляет, потом думает. Поэтому у меня есть план. Спрячьтесь в той комнате. Я успокою отца, а потом позову вас. Появитесь по щелчку пальцев. Идите. Хорошо, сэр. Где он? Брат! Брат! Где Нани? Ты хочешь его убить? А как же брак Джугуламбы? Не убивай его. Не нервничай. Ты его искал, но не смог найти. А мы нашли. Хорошо, где мой зять? Он очень напуган. Я сказал ему спрятаться. Позову, когда ты остынешь. Ладно, ладно, я остыл. Давай, говори, где он? Он появится по щелчку пальца. Ну давай! Я и то не слышу, как он услышит? Еще раз. Думаю, он не слышит. Попробуй более резко. Я щелкну пальцами, и ты выйдешь. Где он? Ты меня обманул! Собрался учить рыбу плавать? Он сбежал из-за твоей безответственности! Куда он подевался? Мы от него сбежали. Алло? Дай трубку Нане. Минутку. Твой отец. Отец, я со вчера уже пытаюсь до тебя дозвониться. Телефон разрядился. Хотел тебе позвонить. Ни о чем не спрашивай. Собери вещи и жди меня. Я заеду. Нет необходимости. Мы уже здесь. Где это здесь? Зачем вы приехали? Вместо «когда приехали», ты спрашиваешь, зачем приехали? Его мать с детства его баловала. Думаю, он хочет выставить нас с вещами. Говорят... Вырастешь сына, и он выгонит тебя из дома. Видишь, как изменился твой друг? Иначе он умрет. О, нет. Отец, я не это имел в виду. Скажите, насколько вы приехали? Я возьму отгулы. Хватит их расспрашивать. Они приехали на 10 дней. Идемте пообедаем. Пуджа, не стирай мою одежду в машинке. Лучше вручную. Сестра, это сделает служанка. Идем обедать. Сестра просто не знает правды. Иначе бы у нее бы случился приступ астмы. Почему? Они просят меня стирать и мыть посуду. Я обязана делать то, что они велят? Они говорят это с любовью. Не принимай серьезно. Возьми наушник. Я буду говорить, что делать. Следуй инструкциям. Так в фильмах всегда делают. В доме столько прислуги. Почему ты нам прислуживаешь? Присядь. Мадам, не садитесь. Скажите, что пообедаете после них. Я пообедаю, когда вы закончите. Хоть она и выросла за границей, она следует нашим традициям. Не следует традициям, а убивает. Я не вижу здесь лука. Пуджа, нарежь немного лука. Она просит Бен Ладена принести лук. Возьми, сестра. Я заметила, ты совсем не даешь жене работать. Нет, сестра. Если она нарежет лук, ее глаза наполнятся слезами. Ну, и что? Это ее разозлит. Потом скорую везет сестру. Мадам, поговорите с ними. Будьте приветливой. Спросите о чем-нибудь. Равин, где остановились твои родители? Почему она спрашивает о родителях? Она собирается...
Я отказался от них. Клянусь, моя мама разозлилась на меня. Избила и выгнала из дома. Я пришел потому, что мне позволил. Если хотите, я уйду. Что за чушь ты несешь? Его отец сошел с ума. Он сам немного сходит с ума от таких вопросов. Курица очень вкусная. Ты готовила? Пришел сантехник. Кто ему звонил? Я? Я? Как готовила? По справочнику. По справочнику. Как можно готовить курицу по справочнику? Не знаю, наверное, так делают в Дубае. Она приготовила курицу по справочнику. Они убивают, читая стихи Вэмона, а готовят под Сумати Сатакам. Пришел продавец овощей. Не щипай. Не щипай. Не щипай, говорю. Не щипай, говорю. Только поженились, а смотри, как брат с ней заигрывает. Тихо. В таком возрасте это нормально. Если родится девочка, я увижу в ней твою маму. А? Маму? Его мама переродится в его дочери. Если все пойдет не так, то он точно встретится со своей мамой. Я знаю о твоих проделках. Он вылитый дед. Как дедушка? Как дедушка? Он недавно умер. Что? Дед умер 10 лет назад. Вы мне даже не сказали. Вы мне даже не сказали. Не сказали? Он же все знает. Сочувствую. Сочувствую. Мой отец умер несколько лет назад. Моя невестка очень чувствительна. Почему связь прервалась? Почему ты грубишь чувствительной девушке? Прости, Пуджи, я не знала. Я вела себя с тобой грубо. Вы только поженились. Почему ты грустишь? Давай, садись. Стой! Что у тебя с рукой? Порезалась ножом. Ножом? Кто кого порезал? Порезалась, когда резала. Овощи, папа. Вон оно что. Видел? Твоя бабушка кормит хищника. Мои родные ничего не знают. Они думают, что она сита. Знали бы они правду, умерли бы от шока. Вот ваша выписка. Мы еще встретимся. Когда что-нибудь еще сломаете? Она равнодушна к романтике. Брат Парадеси! Он не должен узнать, что я слеп. Бику! Мой брат! Рад тебя видеть, спасибо! Что ты как конь, мчишься на медсестру? Бику! Хотел поблагодарить ее за заботу о тебе. Это мой босс. Этот? Привет, Бику, как дела? У меня 4 повязки и 3 шва. Тогда пойдешь со мной. Прикончим ее. Идем. Убить ее? Это невозможно. У нас не хватит сил. Идти против нее — чистое самоубийство. Забудьте о месте и возвращайтесь в Дубай. Встретитесь там со своим братом. Ты взял деньги и указываешь мне? Побейте его! Послушайте, я пошутила. А вы восприняли мои слова всерьез? Думаешь, это из-за тебя? Чего так поздно звонишь? Слушай внимательно. Я сказал Пуджи, что отвезу семью в Ядагири Гуту. К счастью, она отказалась ехать. Это лучший способ от нее удрать. Жди у машины возле дома Сардарджи. Хороший план. Он сработает? Мой план не может не сработать. Чего они так долго? Сестра, где бабушка? Она пошла пригласить Пуджи. Думаешь, она согласится? Она не поедет. А если она не сможет отказать бабушке? Ну вот, накаркал. Нани? Она не едет. Говорит, есть срочная работа в офисе. Поговори с ней. Бабушка, у нее работа в офисе, иначе она бы с нами не поехала. Идем. Садись. Что за идиот чихнул, когда я садилась в авто? Так, чихание к несчастью. Садись. Да что ты знаешь? Пойду обрызгаю голову водой с куркумой. Садись. Опять.
Хема, принеси воды с куркумой. Им умереть можно со всеми этими приметами. Забудь. Если это отведет беду, то разве это плохо? О, нет! Я сломала ногу! Ей нужна неделя полного покоя. Позаботьтесь о ней. Неудача настигла бабушку. Если не судьба, значит не судьба. У ее дома полным-полно охраны. Будь осторожен. В случае опасности, сразу сообщи нам. Иди. Он должен мне денег. Отвезешь меня по этому адресу? Это на английском. На английском? И что, брат? Если мы тебя разрежем, сможем умаслить демона Кумбакарну. Не знаешь английский? Дай, иди сюда. Этот адрес? Да, брат. Идешь прямо, поворачиваешь направо. Дорога узкая. Видишь сигнальные огни? Возле них сидит белый пес. Пес? Он хороший, не укусит. Слева от пса будет этот дом. Белый пес? В прошлый раз он там сидел. А что, если его там не будет? Если пса не будет, подожди, пока вернется. Тебя зовет мадам. Иду. Есть информация, что Бада не в Дубае, а в Хайдарабаде. Возьмите Бику и найдите его. Да, мадам. Да. Поймай его, и меня повысят. Через 2 дня меня выпишут, но я не хочу с тобой расставаться. Оставайся здесь. Я здесь столько времени, а она не понимает мои чувства. Задумался и зашел не в ту палату, прости. Ты правильно зашел. Ты ошибся? Нет, я там, где нужно. Ты пришел за мной? Кто ты? Достал бы! Паван Кальян приходить к тебе. Он лучший среди мужчин. Кто она? Рассказать тебе, какой я? Я такой мужественный. Надоело со своим телефоном. Почему у тебя смех, как скрежет пенопласта о стекло? Да ты способна убить своим смехом, убирайся! Смеется в такой момент. Запомни ее, она сегодня умрет. Спокойно. Где Бада? Он избил меня позавчера. Он в Хайдарабаде, но я не знаю адреса. Клянусь. Сделай кое-что. Дождитесь его. Когда он придет, узнаешь его адрес. Должен быть предел невиновности. Зачем мне оставаться здесь после выписки? Я пошутила. А вы восприняли это всерьез? Меня побили, и ты пришла меня утешить. Я уже привык. Мадам, Бада в Хайдарабаде. Но мы не знаем, где он. Если он узнает, что вы замужем, он нападет на Нани. Нет. С Нани не должно ничего случиться. С сегодняшнего дня следуйте за ним по пятам. Пусть люди меняются, чтобы не вызвать подозрений. Сделайте все аккуратно. В случае проблем, убейте его. Да, мадам, сделаем все по плану. Они узнали про план побега. Столько человек на такого худышку. Я был удивлен, изучив результаты анализов вашей мамы. Ее выздоровление действительно зависит от положительных эмоций. Запомните это. Дорогая, что сказал доктор? Все в норме, мама. Не о чем беспокоиться. Ты заботливая. У тебя в жизни все будет хорошо. Я твоя мама. Но у меня не было возможности растить тебя. Я мечтала,
Именно о такой дочери. Не знаю, сколько еще мне осталось. Мама, я мечтаю увидеть твоих детей. Ее выздоровление действительно зависит от положительных эмоций. Я мечтаю увидеть твоих детей. Что? Но этот брак фиктивный. Придумаем что-нибудь и для детей. Не надо. И я и так соврала моей маме. Больше никакой лжи. Что вы говорите? Мадам, он сам решил спать на полу. Вы пресекали все его попытки сблизиться. Наверное, он смирился. Что мне делать? У меня есть план, как его вернуть. Когда он выпьет этот сок, он воспылает страстью. Эй, мадам, поднимись наверх. Главное, вовремя. Мадам выпила приворотный сок. Кто бы не выпил, эффект одинаковый. మీద సంకురాత్రి మొగుడు పిల్లలుగా మొదటి రాత్రి పెదవులు అడిగిన రుచి రాత్రి కౌగిలి అడిగిన కసి రాత్రి కౌవేస్తున్నది చలి రాత్రి కౌవేస్తున్నది చలి రాత్రి సన్నజాజి పక్క మీద సంకురాత్రి మొగుడు పిల్లలుగా మొదటి రాత్రి పెదవులు అడిగిన రుచి రాత్రి మేడం గారు అరవాల్సింది, బాబు గారు అరుస్తున్నారండి. పాలు పట్టుకొచ్చాను, పంచదార వేసుకో. పండు పట్టుకొచ్చాను, పాలు పంచుకుంటాను పడు చందము, పండించుకుంటాను పట్టె మంచము. సద్దు చెయ్యకు నిసి రాత్రి, ముద్దు తీర్చుకో నటి రాత్రి. సద్దు చెయ్యకు నిసి రాత్రి, ముద్దు తీర్చుకో నటి రాత్రి. హద్దు చెప్పుకో తొలి రాత్రి, తొలి రాత్రి. ఏ సన్న చాచి పక్క మీద సంకురాత్రి. పెదవులు అడిగిన రుచి రాత్రి, కౌగిలి అడిగిన కసి రాత్రి, కౌవేస్తున్నది చలి రాత్రి, కౌవేస్తున్నది చలి రాత్రి. తెల్ల చీర తెచ్చాను, తెల్లవారు కట్టుకో. మల్లె పూలు తెచ్చాను, మంచమంత జల్లుకో.
రాతికే తెలియని రసరాత్రి శృతులే కలిసిన సుఖరాత్రి రాతికే తెలియని రసరాత్రి శృతులే కలిసిన సుఖరాత్రి ఎరగని వారికి యమరాత్రి యమరాత్రి Нет! На нас все смотрят. Почему не сбежал? Все случилось так быстро. Я сказал нет, она одурманила меня жасмином и затащила в кровать. И что ты сделал? Она сама все сделала. Дотронулась до меня. А потом? Подошла поближе. Напряжение переросло в страсть. От растерянности я сдался. И что было потом? Если бы я не продолжил, она бы сама это сделала. Правда? Неважно, она начала первой или я. Факт остается фактом. Неважно, лепесток падает на шип или наоборот. И лепесток порвется, и шип сломается. Она не лепесток, а кинжал. Что случилось? Непоправимое. Кое-кто сует нос не в свое дело. Алло? А? Нет, нет, послушай, но мне... Ну, хорошо. Что случилось? Моя сестра хочет подарить мне одежду. И хочет, чтобы я поехал за покупками. Езжай, я поработаю. Я сказал сестре, что ты тоже приедешь. Что? Милая, да? Это наши скидки. В какую попадете, такую получите. Попытайте удачу, мадам. Я не умею стрелять. Зачем ей стрелять по доскам? Она бы лучше в людей постреляла. Сори! И сколько здесь ваших людей? Девки рулят. Примерочная. Нравится? Милая. Мне ничего не нужно. Мадам, вы так непреклонны. Босс обещал найти Нани в течение 10 дней. Забудьте об этом, покупайте все, что хотите. Хорошо, идем. Что теперь? Смотри. Это не твоя жена. Одна стреляет, другая мечом махает. Так эта девушка... Простите. Вот так неудача. Ты убежал от одних террористов прямо к другим в руки. Отец, я его видела! Спрячемся в примерочной. Простите, босс, мы ее упустили. У нее есть семья, сэр. В следующий раз мы прикончим их всех. Что делать? Если останемся, то моя семья может пострадать. Я расскажу им правду и уведу отсюда. В этот раз они ее упустили. В следующий раз прикончат всю ее семью. Ну что? Будут какие-то рекомендации? Если в этом есть необходимость. Местные бесполезны. Бабушка, я хочу кое-что сказать. Моя жена, она не программист. Она дон дубайской мафии.
Я пришла посмотреть мелодраму, а оказался боевик. И как нам отсюда сбежать? Я пока не придумал. Что вы тут обсуждаете? Отец, ты как раз вовремя. Я обручился с девушкой из фракции, верно? Да, мы приехали, знакомились и отказали им. Но они не успокоились. Они хотят, чтобы я на ней женился. Поэтому они приехали в Хайдарабад. Твоя жена знает об этом? Она очень ранима. Если узнает, расстроится. Ничего ей не говорите. Лучше поезжайте домой. А как же Пуджа? Она останется здесь. Так безопасней. Я заеду в офис, а потом присоединюсь к вам. Хорошо. Вы уже уезжаете? Да. Назначили дату свадьбы внука брата. Будет некрасиво, если мы не приедем. Хорошо? Хорошо. Идем, бабушка. Вот так, хорошо? Хорошо. Подержи. Ты уже уходишь? Я... сказал семье ждать возле мечети. Они меня там ждут. А здесь за мной следят бандиты. Ума не приложу, как сбежать. Не знаю, какой у него план, но его до сих пор нет. Смотри. Джугуламба говорила про это место. Они нас... увидели. И идут к нам. Нам конец. Не волнуйся. Идем. Ты сказал ждать возле мечети. Но здесь банда Нарасим Ханаиду. Ты где? Я еще в офисе. Езжайте на вокзал. Секундерабад. Я встречу вас там. Хорошо. Подскажите, какой автобус едет на вокзал? Секундерабад. 120C. Бабушка. Что теперь делать? Идея! Приветствую. Лучшие в мире. Идем, сынок. Алло. Вы не видели этих людей? Нет, не видел. Вы видели этого мужчину? Его? Где? Только что видела. Где? Там. Парни, за мной. Быстрей, быстрей. Привет. Привет. Салам алейкум, Салман Хан. Отец, они только что были здесь. Они, наверное, нас увидели. Испугались и спрятались. И чтобы нас не узнали, мы... Где же они? Наши люди не узнали нас. Где этот толстяк? Черт! Я здесь и все слышу. Есть информация, что они поехали на вокзал Секундерабад. Садимся в автобус. Я их не вижу. Только этот автобус идет до вокзала. Они ведь направляются на вокзал? Да, брат. Там мы их и поймаем. Приветствую. 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 Попался? Я знаю, что это ты. Я вот тебя. Негодяй. В городе засуха, в автобусе полно извращенцев. Это все из-за Нани. Из-за меня? Не тебя, того Нани. Что за сложности, авантюра? Что еще будет? Кто придет? Что ты ищешь? У меня две жены. Если заговорю с первой женой, вторая злится. Если заговорю со второй, то злится первая. Если заговорю с женой соседа, то злится сосед. Если сплю на дорожке, злится брат Салман и переезжает от меня. Когда я говорил с первой женой, вторая убежала. Мумтаз! Мумтаз! Почему он на меня смотрит?
Ты выглядишь как моя Мумтаз. Я нашел Мумтаз. Я не Мумтаз, а Вахтадж. Думаешь, я уйду, если назовешь марку чая? А ты уйдешь, если я назову марку благовоний? Уйду, если покажешь свое лицо. Нет, я не могу его никому показывать. Ну, разочек. О боже. Доволен? У моей Мумтаз нету софы бороды. А что у нее есть? То, что и должно быть. Отец, он идет к нам. Это не моя жена. Это исчадие ада. Кажется, ты моя жена. Поднимешь никап? Смертельный грех показывать лицо чужим мужчинам. Хорошо. Что? Подойди на минутку. Проверь, моя ли это жена. Вот ее фотография. И как я должен узнать девушку в никабе? Нет, нет! О боже, это моя жена? Это не твоя жена, а кого-то другого. Пойду проверю других. Они надели никабу, чтобы меня поймать. Это старая женщина. Сестра, я? Подойди на минутку. Проверь, кто из них моя жена. Внимательно смотри. Минутку. Нашли ее? Где? Возле Чиминара? Подождите, не надо проверять. Я нашел свою Мумтаз. Увидите кого-то подозрительного, звоните по этому номеру. 97046. Полицейский инспектор слушает. Сэр, меня зовут Нани. Кто? Блин, положил трубку. Ему наплевать на простого человека. Тогда я придумаю легенду. Это Балакришна. Какой Балакришна? Чертов идиот! Балай Бабу? А почему голос другой? Меня дублируют. Несколько человек в автобусе хотят похитить Нани. Кто такой Нани? Нани? Махеша Бабу называют Нани. Махеша Бабу называют Нани? Да, сэр. Кто-то хочет похитить Махеша Бабу? Да. Есть несколько вещей, которые я не хочу ни слышать, ни видеть. Если я услышу или увижу это, история повторится. Я раскрою тайну вашей истории, сэр. Проявите себя, тогда я поговорю с братом и вас повысят. Что вы сказали? Я говорю. Я поговорю с братом и вас повысят. Какой автобус? 120C. Иди, дочка, присядь. Здесь недостаточно места. Я постою. Спасибо. Как тебя зовут? Нарасимха. Я Сани Леона, а она Вина Малик. А я Шоэб Малик. Хорошо, хорошо. Алло? Где ты, бабушка? Я в автобусе. А ты где? Почему ты так говоришь? Мы переоделись, чтобы скрыться от банды Нарасимха Наиду, и сели в автобус. Какой автобус? 120C. Эй, полиция! Полиция! Все, кто в никабе, выйти из автобуса! Снять никаб! Вы! Вы! Я это так не оставлю! Слышали? Нам угрожают в вашем присутствии! Так, молчать! Молчать! Зачем вы хотели украсть Махеша Бабу? Зачем нам его украсть? Мы пришли за Нани. Я знаю, что Нани — это Махеш Бабу. Итак, зачем вы хотели украсть Нани? Чтобы он женился на моей дочери. Вы хотите, чтобы Махеш Бабу женился на вашей дочери? Чтобы женатый Махеш взял в жены вашу дочь? Сейчас отвечу и продолжим. Алло? Мои фанаты преследовали банду, пытающуюся выкрасть Махеша Бабу. Невысокий мужчина и еще трое. Трое человек и один невысокий? Это я, сэр. Сэр, они здесь. Я их отпущу, хорошо. Почему вы их отпускаете? Это люди Нани. Я их отпускаю, потому что они люди Нани. Простите, что побеспокоили вас. Вы можете идти. Спасибо, сэр. Скажите Нани обо мне. Сэр, они убегают! Ловите их! Стойте, стойте!
«Сэр, почему вы здесь?» И я вез их на вокзал, но машина сломалась. Мы голосуем, но никто не останавливается. Я же на машине. Отвезу вас на станцию и доставлю сэра домой. Поехали. Наши с женой мечты. Я тебя люблю. Наша первая годовщина. Дом мечты. Счастливая семья. Я тебя люблю. У меня в жизни две мечты. Первая — взять в жены такую красавицу, как ты. Вторая — построить здесь дом. Зять очень рад, что женился на девушке мечты. Нет, сестра, если она нарежет лук, ее глаза наполнятся слезами. Алло? Ну что, жив-здоров? Да, слава богу. Я в доме жены. О, нет! Что, опять? Приходи в бар. Я тебе там все объясню. Ты будешь один? Куда бы я ни пошел, они везде следуют за мной. Ну, после свадьбы число твоих преследователей увеличилось. Чтобы... Я не придумал. От нее невозможно убежать. Ей не скрыться. У меня приготовлена пуля для пули. Спать с ней в постели, словно спать со смертью. Я не усну, пока не убью ее. Эй, сэр? Повтори. Простите, сэр, это пиво закончилось. Закажите что-то другое. Мой брат пьет только такое пиво, иди принеси. Говори с уважением. Чего раскомандовался? Это работа официанта. Сэр, он не официант, он посетитель. Сэр, вот, передайте. Прошу, сэр. А ты? Если напьюсь, мне это не поможет. Пейте вы. Похоже, у брата проблемы. У него проблемы с девушкой. Вот как? У моего брата тоже проблемы с девушкой. Вы тоже хотите убежать от девушки? Нет, мы ищем девушку, которая убежала. В чем твоя проблема? Жена моя проблема, сэр. Я думал, она нежная, как цветок, а она острая, как кинжал. Она либо проткнет меня, либо зарежет. Хватит! Вы только и знаете, что говорить о проблемах. Твою проблему не сравнить с моей. И в чем твоя проблема? Никто в этом мире не сталкивался с проблемами, как у меня. Так в чем проблема? После смерти мамы дома остался без женщин. Вера Салингам посоветовала мне жениться на вдове. Я хотел удивить отца. Но мой отец сам отжег. Что он сделал? Моего отца вдохновил другой человек, и он женился на молоденькой. А что не так? У тебя появилась мать, а у твоего отца невестка. Все довольны. Мой отец женился на дочери, моей жены. Дочери? А вскоре у меня появился сын. Помогите понять. Мой сын, моему отцу, внук? Или пасынок? Вот скажите. Это проблема. У моего отца тоже появился сын. Ему меня называть дядей или братом? Я стал дедушкой самому себе, тестем своему отцу и сводным братом своему сыну. Так чья проблема больше, твоя или моя? Брак всему причина. Легче служить на границе с Пакистаном. Hello, Mandu loving brothers, pub coming drinkers, welcome, welcome, hearty welcome. Mani cinema lo kota chipte ven ledu, Manmadudu cinema lo naga Arjuna chipte ven ledu. Manchi gundi pillani talonchukku chundani, dadada velli tali kattesanu, naka totuki nene dandesanu. Please listen to my sad story. Chappaka tappatledu, I am so sorry. Okke vattu marriage, jindagi mottam damage, chevilo pettukunnatte kg cabbage. Are pellam ante LPG, kane kaadu barley,
ужасный поезд и вакансий, так иди. Амору таллиро, бомали тупуро, наркана петти нанну чампестане. Алламу канади, джеймсу бондуро, гуру петти наке спату петтестане. Аре гламари налану гумна, ад дейнджер девиле райо, фульту футбол аде таунде. И пелла пуле. Вотте вотту мэрэджи, жиндаги муттон дэмэджи, чевило петту гуннатте кэджи кэбэджи. Are bella mante LPG kaane ka tu baag le ji system mottam plastic poye si vakansi package ji. మాటలు కలుపుతూ మచ్చిక చేస్తూ నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరంటే శకలక నేనే షాక్ అయ్యేలా సబ్బు బాబని చెప్పింది. మరి నాకెవరిష్టం అని అడిగితే సమంత పేరేనే చెబితే తన పేరెందుకు చెప్పలేదని వేడివేడి పాలు కంట్లో కొట్టింది. దేవుడ దేవుడ Эй, у меня есть идея. Я придумал, как отсюда убежать. Все должно произойти до прихода жены. Что? Она замужем? Тогда схватим ее мужа. И она сама к нам придет. Приведете его ко мне. Сейчас же. Поздравляю. Вы беременны. У вас хорошие анализы. Берегите себя. Спасибо, доктор. Огромное спасибо. Не за что. Алло? Мама, слушаю. Ты станешь бабушкой. Я очень счастлива, дочка. Ты уже сказала мужу? Пока нет, мам. Скажи ему, дочка. Не по телефону. Да, я скажу ему лично. Заходи. Прячемся. Что здесь делает эта бутылочка? Целься, целься! Эй, это я! Он идет! Наведи на меня пистолет! Вы кто? А ты не видишь? Вы же в масках! Точно! Мы похищаем его! Не двигайся! Двинешься, я его убью! Почему у него наш хлороформ? Комбикорм? Не комбикорм, а хлороформ, болван. Если брызнуть в лицо, потеряешь сознание. Зачем ты ему это рассказываешь? Симхачалам, не подходи ближе, у них оружие. Отдай им бутылочку. Что вы хотите? Мы пришли за мадам. Прошу, не причиняйте вред Пудже. Лучше заберите меня. Не мучайте Нани. Заберите меня. Я согласна. Не говори так, а то они заберут тебя вместо меня. Ну и пусть. Я не так важна, как вы. Она не против. Не остановится, пока не угомоню. Иди сюда. Мы подождем снаружи. Давай быстрее идем.
Ты кто? Сними маску. Ты друг Нани, да? Да, сэр. Что здесь делаешь? Нани решил сбежать отсюда. Мы пришли похитить его. Я ничего не знаю. Никому не говорите. Почему все без сознания? Эй, вставайте! Что произошло? В чем дело? Кто-то украл сэра, мадам. Немедленно вызовите Каку. Мадам, никто не крал Нани. Он с друзьями решил сбежать. Мадам! Ваша мама пропала. Зачем ему забирать мою маму? Зачем она ему? Немедленно! Верните мою маму! Алло! Как ты? Где Нани? Хема! 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 Спасибо, Нани. За что? За то, что женился на тебе. Когда мне было 2 года, я потерял свою маму. Я знаю, как важна мама. Поэтому я привез ее в больницу. Нани, выслушай меня. Хватит твоих игр! Хватит этих игр! Для тебя муж ничто! Просто пешка в твоей игре. Я думал, мы вместе построим свой Тадж-Махал, но ты превратил его в кладбище. Я хотел жениться на девушке, которая меня любит, а не на той, кто не знает, что такое любовь. Ты умеешь только убивать, любовь тебе неведома. Мои мечты так и не исполнились. Зачем ты мной играешь? Ты знаешь, что я люблю, а что нет? Ты хоть знаешь мое полное имя? Не Нана, я Лакшми Прасад. Не уходи! Почему? Убьешь меня? Я умер, когда ты меня обманула. Ты прав, Нани. Я обманула не только тебя, но и свою маму. Ты потерял маму, еще толком не узнав жизни. А я начала жить, когда узнала, что мама жива. Когда девочки играли в куклы, я играла с пулями. Чтобы успокоить свою маму, я придумала этот брак. Я думала о счастье матери, а не о том, что причиняю тебе боль. Ты сказал про людей, про сердце и любовь. Да, я ничего об этом не знаю. Благодаря тебе я стала ценить людей. После разговора с тобой узнала ценность души. Когда ты ушел от меня, я поняла, что такое любовь. Я не имею права просить прощения. Какое бы решение ты ни принял, я его приму. Oh.
Брат, у меня муж в пуле. А буллет могу не дискоча. Сними маску. Зачем вы его притащили? Он хотел от нее сбежать. Он ей не нужен. Убейте ее! Бада, это касается меня и тебя. Отпусти Нане. Отлично, дорогая. Это необычная земля. Она тронула сердце даже психопатки пули. Здорово. Бада, я все бросаю. Дубай твой. Мое положение, мое имущество, мои связи. Бери все, что хочешь. Только отпусти Нане. Если он тебе так важен, как я могу его отпустить? Сначала ты, потом он. И я убью обоих. Пожалуйста, я беременна. Папочка! Я думал, как причинить тебе еще больше боли. Никена ебанаду кулемарни. А вот как. Нани! Пусть! Убить их! Если что-то случится с моим братом, я вас убью! Я Джадан. Знаю. Зрячий видит только то, что перед ним. Слепой видит вокруг себя. Эй! Кто здесь? Нани! Эй! Матрица! Противостоять нам не так просто, как листать Facebook или Twitter. Как ты смеешь играть с мафией? Ты непростой человек. Ты угрожаешь постеру Рамгопала Вармы. Да просто у него сейчас нет хороших фильмов. Эй! 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 Сколько еще будет тейкать? Би! Выстрелю в Телингану, попаду в Антхро. Я не смогу, ты сможешь. Выключите мобильные. Нани, включи мобильный. Нани, это бомба в женском обличье. Никто не знает, кого и когда она убьет. Не отпускай ее. Зачем ты рискуешь ради этой хладнокровной убийцы? Спасай свою жизнь, беги! Ты верно сказал! Но она моя жена. Она носит нашего ребенка. Этого для меня достаточно, чтобы спасти ее.
Долг мужа спасать жену. Я мужчина. Тем хуже для вас. Похоже, что они спелись. Убей их обоих. Не стреляй! Год спустя. Чичи, Гуджи. Моя дорогая. Что? Хочешь пистолет? Вот, вот, пистолет. Пистолет. Алло? Ку-ку. Говоришь, Раван, есть информация, что брат Бада собирается напасть на мадам. Нравится игрушка? Что? Ничего. Ничего не говори, мадам. Я его убью. Скинь фото. Уже отправил, сэр. Джеймс Бонд не я, а мой муж. Озвучено на студии Onis Films в 2019 году. Что случилось? Почему ты так плачешь? Я очень люблю свою маму. Не могу жить без нее. Правда? Опустите вниз. Посмотри на лицо мамы в последний раз. Идем. Намажь еще. Меня никто не должен узнать. Стой, стой, подожди немного. Клиенты ждут, сэр. Я жду благоприятное время. Есть благоприятное время для бритья? У нас есть, сэр. Вы не видели, здесь террорист не проходил? Террорист? Сэр. Он никакой не террорист, а фракционист. А вы откуда знаете? Это не важно, террорист или нет, вы идете со мной. А побриться, сэр? Идем. Адвокат? Как вас зовут? Меня зовут Нара... Рахавендра Рао Беа. Беа? Не Беи? Я же в черной мантии. В каком разделе идет речь о похитителях? В какой части? Я спросил о разделе. Зачем вы даете код от Намполи? Угощайтесь. Вы так радуетесь, потому что закончили проект? Нет. Савитри в сериале «Шаравана Самиралу» родила ребенка. Поэтому я угощаю сладостями. Поэтому это счастье. Это празднование. Он совсем помешался на сериалах. Лучше быть поваром в доме у мадам, чем изображать из себя Дона. Вот интересно, что было первым, курица или яйцо? Первым будет то, что закажет мадам. Я уже говорил, у меня две жены. Они хотят запостить это на Facebook и собрать лайки. Я это не понял и шлепнул ее. Они меня заблокировали и вычеркнули из жизни. Нани, найди такого же мягкого айтишника, как и ты. Назначим свадьбу с Джугуламбой. Вы ищете жениха Джугуламбе? Да, сэр. Айтишник? Нет.